Вітаю всіх прихильників спорту. Програма «Відкрита про спорт» на каналі «Відкритий». Наш сьогоднішній гість – начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заступник голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Пшеничников. Олександре Петровичу, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з самого початку от про себе, яким або якими видами спорту займалися в дитинстві? Ну, как все дети моего возраста, в то время не было ни компьютеров, ни гаджетов, ничего другого. Вели активный образ жизни. Очень долгое время занимался лыжным спортом. И многие годы занимался баскетболом. И поэтому избрал путь поступления в Киевский государственный институт физической культуры и спорта, в котором поступил, учился уже в Днепропетровском факультете Киевского государственного института физической культуры и спорта. А кого з ваших перших тренерів можете пригадати? Ну, я хотів би відмітити, мабуть, те, що дало мені по житті, як спеціаліста сфери фізичної культури і спорту, і як непосредственно тренера, це заслуженного тренера України Гуревича Віктора Абрамовича, який багато років працював в Дніпропетровській області. Тоді були команди майстерів на заводі Карла Ліпніхта, і мені повезло, что я тренировался некоторые годы у него, когда учась в Институте физической культуры, мы повышали свое спортивное мастерство именно под его руководством. Он многое дал как понятие в сфере физической культуры и спорта, и как человек научил очень многому. Ну, мабуть, ви обирали, а коли прийшло розуміння, от, то, що спорт – це ваше, це сенс вашого життя? Ну, как я уже сказал, что активный образ, сопровождает, образ жизни сопровождает всю жизнь. И при завершении школы очень стремился заниматься всеми видами спорта, выступал за различные команды на комплексных мероприятиях. Мне это нравилось, и я принял решение поступать в профильное высшее учебное заведение. И когда поступил, естественно, все эти годы неразрывно связан со сферой физической культуры и спорта. Ну, вы прошли такой дуже довгий шлях роботи у спорті, працювали на різноманітних посадах. От розкажіть, будь ласка, де вам довелося працювати за довгі роки? Ну, як я вже відмітив, що учеба в вищому учебному заведенні, після його окончання, буквально короткое час, я працював тренером по баскетболу в Зеленодольській ДСШ Апостоловського району, потім служба в армії. После прихода из армии я работал инструктором физической культуры и спорта в облпотребсоюзе, так называлось раньше. Потом меня пригласили работать в областную организацию физкультурно-спортивного общества «Колос». Я проработал там 4 года. После этого меня пригласили работать в то время комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме. И вот с того времени, очень много лет я работаю в данной организации, за все это время переходили различные перетрубации, изменения, структурные изменения, но вот более 30 с лишним лет практически в одной организации. На ваш погляд, які головні функції виконує начальник управління молоді і спорту обласної держадміністрації, тобто які ваші функції, завдання і задачі? Но я бы не разделял функции начальника и того коллектива, с кем я вместе работаю. Мне повезло, что за все время у меня были определенные руководители, которые тоже внесли свой вклад в мое становление как руководителя, как человека в первую очередь. И я хотел бы отметить, что мы специфическая организация областной государственной администрации. Мы не только являемся функционерами, мы сотрудничаем на сегодняшний день практически более чем со 100 федерациями видов спорта. Мы благодаря им организовываем, проводим большое количество мероприятий, командируем сборные команды области для участия в чемпионатах Украины. Это все непосредственно происходит через управление. И я благодарен тем областным федерациям, общественным нашим работникам, которые помогают нам это все осуществлять. Но непосредственно, естественно, мы обеспечиваем деятельность по обеспечению заданий, вызванных функциями управления. Это развитие физической культуры и спорта, ну и, конечно, в связи с тем, что у нас управление молодежи и спорта и функции молодежной политики. У нас две структуры, отдел физкультуры и спорта в управлении и отдел молодежи. Поэтому благодаря совместной работе коллектива управления мы сегодня занимаем определенные лидирующие позиции в Украине по развитию сферы физической культуры и спорта, точно так же и молодежи. Вы є заступником голови відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області.
Яка в нас команда обласного НОКу? До речі, наше відділення за останні роки вийшло на лідируючі позиції в Україні. Все заплановано вдається втілити в життя. Вы знаете, многие годы, безусловно, общественная организация, наше областное отделение Национального олимпийского комитета сопровождаем, совместно работаем. Вы активно участвуете в этом процессе. Члены исполкома у нас более 15 человек, входящих в них. Но там такие личности, как президент баскетбольного клуба Валерий Кондратьев, серебряный призер Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова. Непосредственно сегодня и первым вице-президентом областного отделения является глава областной рады Глеб Рыгунов, заместитель губернатора Дмитрий Батура. Этот список можно было бы продолжать. Их избрал народ, их избрали федерации. Мы работаем. Я хотел бы отметить, что за последние годы со стороны областной власти очень сильно поддерживается работа областного отделения. И, к примеру, на 2019 год выделено 750 тысяч для проведения мероприятий по линии областного отделения НОК. До речі, всі вже очікують, ну, коли побудують будинок, олімпійський будинок на стадіоні Олімпійський резерв. До речі, сам стадіон Олімпійський резерв – це великий поштовх у розвитку спорту в нашому регіоні, в Дніпропетровській області. Ви вважаєте так? Ну, я вважаю, що за останні роки багато зроблено для встановлення інфраструктури спортивної. Я хотів би відмітити той факт, що только в прошлом году в Днепропетровской области введено в эксплуатацию более 250 спортивных объектов. Безусловно, большая часть – это плоскостные спортивные сооружения, но мы гордимся тем, что у нас за последнее время появился стадион «Олимпийские резервы». Построен спортивный комплекс «Олимпия плюс». Построен спортивный комплекс «Слобожанская ОТГ». Сегодня есть прекраснейшие условия для занятий спортом. Футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка с синтетическим покрытием, игровые площадки с синтетическим покрытием. Это Соленая, это Юрьевка, это Петряковка, Магдалиновка, Каменская. И этот процесс продолжается. Поэтому очень много сегодня уделяется внимания для покращения именно спортивной инфраструктуры в нашем регионе. И вы правильно сказали, что тот же стадион «Олимпийские резервы» там... Сейчас проходят работы по строительству двух объектов. Первый, как вы назвали, Олимпийский дом, и второй – спортивный комплекс. Мы надеемся, что на следующий год он будет введен в эксплуатацию, и на Олимпийском доме по плану планируется размещение, как естественно, Олимпийского комитета, создание условий для областных федераций. Это будет нашим центром управления, развития именно спорта Днепропетровской области. А як, на вашу думку, в нашому регіоні є пріоритетні види спорту або ну, увага приділяється всім видам спорту? Якщо є пріоритетні, то які? На сьогоднішній день я хотів би сказати наступні цифри називати. Перше, в області сьогодні у нас офіційно, які ми співпрацюємо, 118 видів спорту, з них 42 олімпійських видів спорту. Только в 2018 году спортсменами области на чемпионатах Европы мира завоевано 357 медалей. И, безусловно, это благодаря работе тренерского состава, работе областных федераций по видам спорта. Приоритетные виды спорта, их у нас сегодня 18. Они все базируются в первую очередь на базе областной школы высшего спортивного мастерства, которая финансируется за счет областного бюджета. Но я не хотел бы выделять и ставить по ранжиру какие-то виды спорта, но мы, естественно, приоритет в наших видах спорта, которые всегда представлены нашими спортсменами на чемпионатах Европы мира, Олимпийских играх. Я надеюсь, что за последние годы новый толчок получили неолимпийские виды спорта. Им активно начало заниматься, этими видами спорта начали заниматься непосредственно наше население. И они имеют право на существование, имеют право на поддержку с областного бюджета. И поэтому финансирование с областного бюджета у нас прозрачно. Каждая федерация по виду спорта знает свой объем финансирования на год и сами распределяют свои средства. Взагалі багато у нас от чемпіонів на Дніпропетровщині, чемпіонів Олімпійських ігор. Спілкуєтесь з ними, я знаю. Всіх знаєте чемпіонів? Безусловно, всіх олімпійських чемпіонів потрібно знати поіменно.
Вот. Ну и тем более, с большей частью по жизни сталкивался, и те, которые были до моего прихода работы в сферу физической культуры и спорта, это знаменитые наши личности, которые... Тут будет же Иван Беляев, который ветеран спорта, активно принимает участие в наших движениях спортивных, бронзовый призер Олимпийских игр. Раиса Куровякова, Игорь Матвиенко, который сейчас активную позицию по развитию парусного спорта занимает в Днепре, в Днепропетровской области. Безусловно, олимпийские чемпионы 96-го года, вернее, серебряные призеры, наши гребцы-академисты. 2012 год, наша четверка, которая базировалась на спортсменов в Днепропетровске. Мы с ними сотрудничаем, несмотря на то, что та же Наташа Долготика переехала в город Киев, но мы всегда при встрече друг другу рады, общаемся и сотрудничаем. До речі, на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році спортсмени Дніпропетровської області досягли останнього такого гучного успіху. Наша четвірка парна Анастасія Куженкова, Яна Дементьєва, Катерина Тарасенко, Наталія Довгодька здобули золоті нагороди у веслуванні академічному. У 2016-му медалей не було на Олімпіаді. Взагалі українці здобули тільки дві золоті нагороди у Бразилії. От які перспективи ви пов'язуєте з Олімпійськими іграми 2020 року у Токіо? Я би хотів ще додати те, що в 2012 році у нас додавилась медаль по Анна Рижикова і Рощук по легкій атлетиці в зв'язку з дефаліфікацією. І спортсменка стала бронзовим призером Олімпійських ігр. Тому через какое-то время, но это по факту уже историческое событие, и мы с Аней встречаемся постоянно, общаемся на тему развития легкой атлетики. Она, кстати, очень принципиальную позицию занимает в этих вопросах, отдать ей должное. Что же касается перспектив участия в Олимпийских играх, 2016 год. Да, мы остались без медалей, но 5 спортсменов Днепропетровской области оказались за шаг до медали. Богдан Никишин в фехтовании, наш известнейший спортсмен, 4-е место. Ира Блошенко в дзюдо, 5-е место. Андрей Говоров, 6-е место. То есть можно было повторять эти все вещи и говорить о том, что чуть-чуть не хватило. Безусловно, 2020 год, год Олимпийских игр. Мы надеемся о том, что Днепропетровская область, мы планируем участие 12-15 спортсменов на Олимпийских играх. На сегодняшний день у нас уже есть 3 лицензии на Олимпийские игры. Это Анна Рыжикова, это Могучих Ярослава и Кесель Денис в плавании, который буквально вот на последнем чемпионате мира, который закончился неделю назад, показал достойнейший результат, попал в финал, выполнил олимпийский норматив. И что нам приятно, он побил рекорд Украины, которому уже 17 лет. И я хотел бы, чтобы наши зрители понимали, что попасть на Олимпийские игры, пройти сито отбора, показать временной норматив, который соответствует международному уровню, это уже результат работы тренерского состава и спортсмена, которые многие годы к этому идут. И когда я слышу о том, да поехали, извините, на Олимпийские игры, да нет, туда нужно еще попасть, право получить, чтобы туда поехать. И именно пройти систему отбора на международных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира. Я хотел бы отметить тот факт, что в год Олимпиады проводятся и Паралимпийские игры. Но в Паралимпийских играх, если вот в 2016 году более 28, по-моему, если память не изменяет, медали Днепропетровской области имела на этих паралимпийских играх. Поэтому значит, спорт есть... Мясок. Да, конечно значит, же, в копилку Украины. И я уверен в том, что мы сделаем все, и сегодня делается много для того, чтобы наши спортсмены смогли проучаствовать в Олимпийских играх. Мы благодаря областной власти с 1 января 2019 года впервые у нас заработала штатная команда резервного спорта, который на сегодняшний день 40 спортсменов получают заработную плату. Да, небольшую, 3258 гривен на руки, но это те спортсмены, которые перспектива Олимпийских игр уже 2024 года. Это резерв наш. И они на контрактах находятся, на контрактных основах находятся с управлениями и получают заработную плату. Ваше отношение до неолимпийских видов спорта? Ну, я уже в начале разговора говорил о том, что количество неолимпийских видов спорта 118 и 42 олимпийских из них. Виды спорта имеют право на существование. Сегодня Министерство молодежи и спорта официально признает виды спорта. Есть определенная система вызнания вида спорта в Украине.
и их включают в единый календарный план, и, соответственно, проводится большое количество мероприятий. Мы сегодня на территории области по 2019 году провели по неолимпийским видам спорта 78 официальных соревнований Министерства молодежи и спорта по неолимпийским видам спорта. И я всегда поражаюсь, приходя вот на эти соревнования, интерес и желание родителей, которые приводят своих детей к занятиям, к этим видам спорта. Но сегодня это стало популярным. Стали модными версии карате, других направлений, тэквондо, ИТФ, айкидо. Наверное, стало модным заниматься этим направлением. Ну и самое главное, я всегда говорил и буду говорить, задача нас – это ж не достижение медали на чемпионатах Европы и мира, а это привитие навыков в виде спорта ребенку, который он избрал, чтобы он был здоровым, веселым, хорошо учился и повышал свой спортивный результат. Получится у него стать чемпионом Европы – это супер. Не получится, но он навсегда останется в спорте, поверьте мне. Достатньо ефективно працюють федерації з видів спорту? От, до речі, наші обласні федерації. Знаєте, сьогодні юридичні обласні федерації, кількість я вже назвав. Звісно ж, можна порівнювати види спорту по своєму кількості займаючихся в них, в першу чергу, по престижності види спорту. Ну, давайте открыто говорить. Занятия видом спорта, даже в борьбе вольной или греко-римской, ну, сегодня становится не совсем модным. А вот пойти позаниматься версиями карате, какой-то одной из двух, там нескольких, или заниматься тем же дзюдо, более престижнее, я имею в виду для мальчиков. Поэтому работа областных федераций, в начале нашей встречи сказал, что мы благодарны им, что они с нами сотрудничают, они нам помогают проводить областные мероприятия, вернее наоборот. Они проводят областные мероприятия, мы уже сопровождаем этот процесс. И сегодня мы за год проводим более 500 только областных соревнований. Более 8 тысяч спортсменов выезжают на чемпионаты Украины за счет областного бюджета, который обеспечивает расходы по их участию в этих мероприятиях. И благодаря тем людям, которые сегодня возглавляют федерации и тренерский состав, вид спорта развивается. Я хотел бы сказать, что если есть лидер в виде спорта, есть результат в виде спорта. И сейчас бы я не хочу выделять какой-то вид спорта, потому что прерогатива одного или другого, мощность объема финансирования или, ну, примерно объем финансирования Федерации областной, Федерации легкой атлетики, областной бюджет выделяет 1,5 миллиона гривен. А на Федерацию рыболовного спорта мы поддерживаем этот вид спорта. У нас даже есть призеры чемпионата мира в этого года уже по рыболовному спорту. Мы выделяем всего 10 тысяч гривен. Но все федерации работают, я им очень благодарен за это. На ваш погляд, какие главные проблемы в украинском спорте? Очень сложный вопрос, и вы знаете, если говорить о этой теме, то, наверное, на отдельной передаче. Если буквально коротко, проблема отношения к физической культуре и спорту. Я уже неоднократно говорил, что мы должны отходить от слова понятия физической культуры и спорта. Это уже не тот бренд. Мы должны говорить отношением к спорту. Ребенок приходит заниматься не физкультурой, в школе физкультура, а приходит заниматься спортом. Так вот, проблема физкультуры, будем так говорить, сегодня есть. Не во всех школах есть третий урок физической культуры и спорта. Не во всех колледжах есть уроки физической культуры. И что греха таить, во всех высших учебных заведениях по-разному относятся к этому направлению. Сегодня даже в ряде высших учебных заведений в программе обучения нет этого предмета. И мы сегодня имеем негативные последствия этого, когда наши дети при поступлении в школу имеют определенное состояние здоровья, при выходе из школы и при выходе из высших учебных заведений имеют отклонение по состоянию здоровья, связанное с гипертонией, малым подвижным образом жизни, сколиозами и другими вопросами. Поэтому первый момент, который должно вот сегодня обратить внимание наше государство, это на создание системы развития спорта и физической культуры. Создание этого бренда во всех учебных заведениях. Что же касается непосредственно подготовки спортсмена высокого класса, здесь нужно определить внимание в первую очередь нормативно-правовой базе. Мы на сегодняшний день не имеем закона о меценатстве в спорте.
пытались общественные деятели его пролоббировать в прошлом созыве депутатского, не получилось. Будем надеяться, что оно сложится в новом созыве. Благодаря этому мы должны понимать того, что когда она заработает, немножко средств будет поступать больше на развитие непосредственно спортивной инфраструктуры. Вы сами прекрасно много знаете, сколько сегодня вкладывается средств нашими меценатами в, не только в подготовку спортсменов, но и создание спортивной инфраструктуры. Мы возьмем, вот сегодня у нас стартует чемпионат Европы по водно-лыжному спорту. И благодаря Алексею Мартынову у нас сегодня водно-лыжный спорт в Днепре, в Украине, благодаря его команде, на самой лидирующей позиции в мире. Находится в тройке призеров на чемпионатах мира буквально недавно, который состоялся. Такие меценаты, їх потрібно, щоб у них була підтримка з боку держави, так? Безусловно. Я хотів би назвати і Валерія Кондратьєва, и Кошляка Михаила, и многих других, и Александра Петровского, которые вкладывают средства в развитие именно спортивной инфраструктуры. Когда будет нормативно-правовая база помогать им в этом вопросе, мы получим больше эффекта. Что же касается непосредственно реформирования сферы физической культуры и спорта, вы знаете о том, что сейчас опять идут разговоры об объединении Министерства молодежи и спорта, Министерства культуры, Министерства информационной политики. Это по мне, так ну, зачем делать перестановки? Есть система, есть отлаженная работа. Не будет министерства, но должен быть орган исполнительной власти узконаправленности. Пусть без министерства. В свое время был комитет по физической культуре и спорту при Совете министров. Но как не было, как министерство, но была структура. Вы правильно говорили, что есть у нас Национальный олимпийский комитет. Так вот, когда нормативно-правовая база будет способствовать работе именно общественных организаций, когда нормативная база будет позволять, чтобы не занималось управление сегодня сметами, финансированием поездки на чемпионаты Украины, там, в прыжках на батуте вам ближе, вы знаете эти вопросы, а будут заниматься непосредственно федерациями, тогда управление в своей деятельности будет более активно выполнять те функции, которые положены на него государством, связанные с впроваджением сферы физической культуры и спорта в нашу жизнь, а не заниматься именно вот теми несвойственными, скажем, вещами. Поэтому я хотел бы отметить, что многие разговоры идут, но у нас на сейчас ситуация сложилась таким образом, что государство, нельзя сказать, что не определяет внимания, достаточно много, и увеличение финансирования, штатных команд Министерства молодежи и спорта, и развитие олимпийских, неолимпийских видов спорта. Но нужно в первую очередь внести изменения или принять новый закон про физическую культуру и спорт. Чи потрібно реформувати систему спорту в Україні? Якщо потрібно, ваше бачення цього процесу? Ну, ця тема у багатьох і вже не перший рік на слуху. От ваша думка? Ну, я уже в начале, вот сейчас, вернее, вам ответил практически на этот вопрос. Мое мнение о том, что больше полномочий нужно отдавать общественным организациям, а именно федерации по видам спорта, именно тем общественным организациям, которые обеспечивают свою деятельность или в виде спорта, или в спортивном направлении. Мы сегодня можем сказать, Дениса Минина вспомнить, который занимается развитием воркаута. Без практической копейки финансовой поддержки с городского, извините, с областного и государственного бюджета. Но если закон будет позволять это, почему нет? Потому, а у него же много тех, которые любят это направление и активно занимаются. Только по Днепропетровской области когда-то в свое время были цифры там, за 5 тысяч занимающихся и так далее. Зараз знаходите для себе час займатися спортом у прямому значенні цього слова? Ну, последні 2-3 роки практично нет. Ну, так реально нужно правду говорить, но утренняя зарядка обязательно, иногда велопрогулки не более. Ваші побажання спортсменам-олімпійцям, а також спортсменам, які тільки розпочинають свій змагальний шлях? У меня пожелание не только нашим олимпийцам. Я хотел бы пожелать всем тем людям, которые связаны в своей жизни с активным образом жизни, занимайтесь спортом, повышайте свой жизненный тонус, не ленитесь заниматься этим вопросом. А нашим спортсменам хочу пожелать только одного – достичь тех результатов, которые вы запланировали на 2020 год. До речі, спортсменам помагають це зробити тренери. От ваші побажання тренерам, які, незважаючи на не найкращі, м'яко говорячі, умови, залишаються працювати в Україні.
Есть такая проблема. Сегодня заработная плата тренера, который пойдет в детскую спортивную школу, будет составлять на ставку 3700-3800 гривен. Но есть, вот буквально на той неделе у меня состоялся разговор с министром молодежи и спорта Ждановым Александровичем, есть перспектива о том, что к Новому году, вернее, на 2020 год, эта цифра будет увеличена до 5500, как базовая ставка. Потому что сегодня не модно идти работать тренером, потому что очень мало платят. А те, кто работает в сфере физической культуры и спорта, как тренеры, я всегда преклоняюсь перед ними, потому что это не работа, это образ жизни. Дякую. Дякую, що завітали на нашу програму. Дякую за щирі відповіді. Наша програма добігла свого кінця. І на завершення традиційне побажання. Займайтеся спортом та бувайте здорові. До побачення.